I look at the sky, I look and try. I look at the sky and try to catch a star that fell from heaven's pie. All miners of gold around the wall, all miners believe that stars are made of gold, and then they can be sold. Случайности в этой жизни не случаются. Раз мы с вами здесь, значит, мы с вами проведем, скорее всего, хороший вечер. И мы постараемся сделать его для вас приятным, хорошим. Что вообще за музыку мы хотим вам сегодня показать? Это, видимо, из-за торжественности момента еще и фон у нас, да, стал тише. А, нет, идет. Все, окей. Это неорокабилли. Что такое музыка неорокабилли? Она состоит из двух слов. Нео и рокабилли. Ну, если по-серьезному, то как бы рокабилли — это музыка, которая родилась в США в середине 50-х годов. Это то, что мы сейчас по-простому с вами называем какой-то рок-н-ролл. Ну, люди стали играть блюз вместе с кантри, чуть-чуть там замешали там своего белого в эту вот всю черную тему, и получилось рокабилли. А неорокабилли — это просто то, как это сейчас может звучать, ну вот через там 50-60 или уже скоро будет 70 лет. Это просто современное звучание той музыки. Оно может быть не похоже на то, что было в 50-х годах. И, скорее всего, это действительно будет не так, потому что были другие инструменты, усилители, люди и так далее. Сейчас как бы техника пошла дальше, поэтому мы звучим как-то немножко по-другому. Это наш взгляд на то, как мы видим свое творчество. Что будет, если играть блюз задом наперед? Ваша собака воскреснет, ваша жена к вам вернется, и сами вы выйдете из тюрьмы. Итак, 21 апреля, мы группа Red Fox Tales, Рыжие Лисьи Хвосты, и мы хотим вам показать альбом Neobilly. Давите! А
Red Fox Tales. Песня с альбома, краткое название Trouble. Все плохо, но на самом деле все хорошо. В этом смысл жизни. Не надо теряться, все получится. Композиция инструментальная, называется «Лавина». We'll be right back.
We'll be right back.
Я не могу, 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 я не